3 года условно и 10 тысяч штрафом. Такое наказание понес организатор так называемой «Амулевой ОПГ» из Кабанского района. Суд доказал, что с сентября по октябрь прошлого года 3 человека незаконно скупали нерестовый байкальский омуль для дальнейшей продажи. Преступников поймали сотрудники ФСБ и МВД по Бурятии. Во время обысков из домов торговцев изъяли омуля на сумму в 9 миллионов рублей. Общий вес рыбы превысил 13 тонн. В прокуратуре республики с обвиняемыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он оказал содействие в расследовании инкриминируемого ему и его соучастникам преступления, а также фактов незаконной добычи байкальского омуля. Уголовные дела в отношении 2 других членов преступной группы рассматриваются судом отдельно.